Родился я холодным зимним утром, когда на улице мела пурга, метель. Родился я в разваленной избушке, и завернула мать меня в отцовскую шинель. Я рос смышленым мальчуганом, трудолюбивый, добрый и простой, и спал всегда с любимым я наганом. И бегал я по улице босой. Читать, писать я начал очень рано. В 5 лет я написал свой первый стих. Я жил. Мне было все по барабану. Все, что имел, делил я с братом на двоих. Мой младший брат моложе на 2 года. Точнее, на 2 года и 6 лун. Не обделила я его природа, было здоровье, но был братан мой лгун. Лгуном назвать, быть может, это строго, что был он трусом, тоже не сказать. Не верил он ни в черта и ни в Бога. Кого боялся, так одну лишь мать. Я спортом с детства увлекался. Перебирал я все в пылу. Все в выборе переплеталось, но выбрал я себе борьбу. В борьбе достиг не так уж мало, всем я доказывал свой страстный пыл. И судьи оценили все достойно, я титул мастера себе в борьбе добыл. Потом я повстречал девчонку, в которую влюбился сильно я. Я клюнул на короткую пчонку, как несмышленый первоклассник, как дитя. Я тренировки пропускать стал часто, крутилась в голове одна любовь. И это было все напрасно. Как бы хотел вернуться вновь. В 17 лет я в Крым приехал. Путевку получил я в ПТУ. Там познакомился я с будущей женой. После армейки я завел семью. Прожил с женой 5,5. Делил с ней радость и тоску. Но так в жизни получилось, запрятали меня менты в тюрьму. Сидел 5 лет я за разбой. Обдумал я всю жизнь всерьез. И было больно мне порой, ведь одолел меня туберкулез. Пока сидел, жена моя судьбу свою с другим связала. И вышел я, в кармане 3 рубля, и ночевал на лавке у вокзала. Но помогли мне кореша деньгами, шмутками, жильем, и стал я жить. И не спеша забила жизнь опять ключом. И снова я опять женился, жил без забот и без хлопот. Но в 3-й раз я вновь влюбился и получил 2-й развод. Женился в 3-й раз. И что же? Женился я на красоте. В конце концов, я понял все же, что буду видеть счастье лишь во сне. Друзья мои, скажите ради Бога, но почему мне в жизни не везет? Я кинул карты, выпала дорога, вернувшись, получил 5 развод. И стал я вновь опять скитаться. Хотел в Москву уехать я. Мне приходилось в жизни часто драться, а в оконцовке вновь опять тюрьма. Прошел мой срок, и я подумал, что делать мне теперь сейчас? И жизнь свою решил перевернуть я, сказав себе, езжай в Москву, Протас. Вот на дворе 7 января, на улице рождественский мороз. В Москву приехал я не зря, решив заняться этим городом всерьез. Куда пойти, куда податься, не представлял особо я. Но знал одно, нельзя мне расслабляться, а то Москва сожрет меня. Покушать первым я решил, и не прошло 4 года, как все ж Москву я покорил, сыграв морального урода. Роль в сериале «Зона» сделала меня известным человеком и звездой. Я вспоминаю прошлые года, тюремный срок за темной стеной. За той стеной проходят годы, где умирает медленно душа. Ты вспоминаешь вкус свободы, и как свобода хороша. Жизнь полным ходом закрутилась. Писал стихи, пел песни. И счастье в жизни мной случилось, и появилась вновь семья. Работал я и день, и ночь. Себя никак я не щадил. И подарил Господь мне дочь. Но я семью опять не сохранил. И жизнь проходит как мгновение. И счастье проходит стороной. Но верю я, придет еще прозрение. И наконец мы встретимся с тобой. С тобой, которая уж не предаст, пойдет со мной и в радости, и в горе, которая и жизнь свою отдаст, с которой никогда не буду в ссоре. Ну а сейчас живу я в Переделкино, поют здесь птицы, на душе светло, и домики везде висят здесь белкины, и мне здесь просто очень хорошо.